Что будет дальше? Дальнейшие планы оккупанта – полное уничтожение российского государства и его народа, и в том числе президента Путина. Сценарий ликвидации отработан, достаточно эффективно действует. Денег уже перечислили в 30 раз больше, чем на Украину. На московские все эти майданы российские. 30 раз больше. Так вот, в СМИ усиленно нагнетается тема межнациональных конфликтов. Так вот, что мы должны сделать? Как спасти Отечество? Спасти Россию можно только одним путем. Это массовая поддержка Владимира Владимировича Путина. Курса на изменение конституционного строя и возвращение полного суверенитета. Только не выходите на Майдан. Только не выходите на Майдан. Укрепляйте, защищайте свою семью, свой круг людей. И распространяйте вот эти знания, которые мы вам даем.